И мы вернулись. Ту-тру-м. Правда, у меня это прошло минуты. Меньше минуты. А у вас это теперь, неделя. Теперь, когда ты посвящен в рыцари, я поручаю тебе управлять еще одним поместьем. Там ты найдешь разрушенный замок. Я повелеваю тебе вернуть ему былое величие и как можно быстрее туда переселиться. Вас понял. Из-за летней жары высохла земля и гибнут растения. Мне кажется, нам следует защитить себя от пожара и переехать как можно скорее. Добываемый камень можно перевезти на телеге. Теперь соседнее поместье принадлежит нам. Монахи помогут отстроить разрушенный замок. Но для этого нужно обеспечить их камнем. Как только на складе будет камень, мы можем отправить его на телеге. Ты подожди, друже. Мой лорд, время не ждет. Мы должны построить каменоломню и стойло для быков, чтобы возить камень на склад. Да подожди ты меня. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его подпитать. Какие водоносы? Начались пожары, господин. Нам надо скорее переезжать. Аларма. Наш деревянный замок аларма. Долго attention, не постоит. Attention, attention, мы горим. Attention. Attention, attention. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Вода. Благо у меня... Нифига ресурсов. Твою ж мать. А. Где это лубдень? Ладно, остальное не важно. Нам нужен камешек, камешек, камешек. Земля слишком неровная, чтобы на ней строить. Привязь для валов. Давайте, ребятки, экшон, экшон, бегом, бегом, бегом. Нельзя здесь строить, мой лорд. Наш замок в огне, мой да лорд. Идите вы надеюсь, нафиг. Водоносы смогут его потушить. Колебал ты. Потом заколебал ты. Выберите товары. Дерево. Так, выберите товары. Угу. Выберите товары. Выберите товары. Там я тут еще хавчик ворвал. Выберите так, наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Выберите количество товаров. Товары уже в пути, мой лорд. Выберите товары. Ну фиг знает, что там перевозить. Выберите давайте, количество товаров. Товары уже да в пути, мой лорд. Что за нелюди? Выберите товар. Добрый вечер. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Где? Кого? Куда? Кто горит? Фигня, кто горит? Я тут могу, кстати, строить что-нибудь. Тапчик там. Могу, отлично.
интереснейшая новость. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Да идите вы нафиг. Куда-нибудь подальше можно запихнуть? Вот, да. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Это корректно. А там камни. Выберите пункт назначения. Выберите количество товара. Дерева уже нету. Но это не беда. Кто победит, лесорубы или волки? Кулаками, давайте, ребят, давай! Давай, давай! Давай, хорош, ребят, давай! Касаутчик! Касаутчик! Лучшие, просто лучшие. О, я могу убить поместье. Наш замок в огне, мой лорд. Оп. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Надо построить поместье. Так, пауза. Тактическая. Tactical pause. Дабы компьютерный интеллект ничего не построил. Нафиг. Оп-оп. Так. Амбар. Блин, тут плохо, да? Неровная поверхность, очень комфортно. А, и, конечно же, возчик. Я не построил возчика. А тут у меня нету лесорубов, да? Не беда. И как там? Восстановление проходит, господа? Окей? Окей. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. Не обращайте внимания. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, ты твою ж налево, что ж ты делаешь, Ирод, ты такой. Охотничья избушка. Нету дерева. Тогда нужно построить извозчика. Выберите товар. Который дерево мне приведет. Выберите количество товара. Товар уже в пути, мой лорд. Хотя бы чуть-чуть остается. Выберите количество товара. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Надеюсь. Молись, глупец. Молись.
Да, папочка дофига. Выберите товар. Выберите количество товара. Укажите частоту отправки. Выберите товар. Наши здания горят. Похоже, мы переехали как раз вовремя. Похоже. Победа! Ладно, дорогие друзья, в общем-то, увидимся в следующей серии. С вами был товарищ Санёк. Подписывайтесь, если вам понравилось, ставьте лайки, комментарии и так далее. Спасибо за просмотр.